Всем привет! Сегодня поговорим о планах на декабрь. Что я отобрала пораскрашивать, но я выбрала не все, взяла немножко раскрасок. Ну, как немножко, кучка вроде как бы не маленькая, но в то же время есть кое-что интересное. И сначала хотела показать вам новую раскраску, которая у меня появилась. Отдельное видео нет смысла снимать, обзор на эту раскраску есть. Я ее, конечно, перед тем, как купить, посмотрела несколько обзоров, немного отзывов, но все-таки решила ее заказать. Сделала вот немного закладок, 7 по участникам группы BTS. Сколько их, столько здесь и иллюстраций. Меня, знаете, удивило то, что называется раскраска BTS и их друзья. То есть за основу взяли название, как привлечение, наверное, внимания, чтобы привлечь внимание покупателей, там, фанатов или еще кого-то. Вот, назвали так. И, знаете, полистав, посмотрев, кто здесь у нас изображен, можно так сказать, я хочу сказать, что тут есть, например, певцы, которые по несколько фотографий, ну, то есть не фотографии, а по несколько изображений одного, например, и того же. А вот самих BTS именно по одной иллюстрации. То есть зато здесь взяли такое громкое название. Вот. Ну, я, конечно, знала, что покупаю. Ну, давайте именно сейчас, который BTS, покажу вам. Так, здесь у нас... И вот, знаете, некоторые придется, конечно, довольно-таки сильно переделывать, потому что вот даже взять нос Намджуна, вот здесь вот разные такие вот непонятные линии, вот зачем вот эта линия на подбородке, ну, то есть такой так называемый скетч. Вот. Так, дальше. Мало они на себя похожи, мне кажется, только один Чингук на себя более-менее похож. Так, здесь у нас Сокджин, Джин по-другому, вот, ну, более-менее так похож, но не очень. Так, следующее у нас здесь Ким Тэхён, ну, то есть Ви по-другому, вот, ну, тоже такая какая-то чересчур широкая шея сделана, ну, нужно будет... Я, если буду в этой раскраске раскрашивать, я фона, скорее всего, не буду трогать, потому что здесь очень тонкая бумага. Тут только раскрашивать, я думаю, карандашами, потому что даже вот обратную сторону вот, изображения все отпечатывается. Ну, то есть видно, даже здесь все просвечивает. Так, следующее у нас... Так, наверное, отсюда проще показывать. Я стараюсь быстро, чтобы не пролистывать всю раскраску. Здесь у нас Шуга. Ну, такая неплохая более-менее иллюстрация. Небольшой, ой, неплохой такой скетч, рисунок такой. Вот. Хорошо, что сами глаза не закрашены, то есть цветом черным, например. Так, здесь у нас Чингук. Вот мне кажется, Чингук более-менее из всех похож на себя. Ну, мне так кажется. Но в то же время вот нос так вот некрасиво как-то здесь вот прорисован. И здесь же у нас рядышком сразу же на следующей странице здесь у нас Чимин. А у уха у Чимина вообще непонятно. Ну, то есть просто как будто бы оно здесь должно быть и все. Так, и здесь у нас вроде бы я уже всех, наверное, показала. А, ну вот здесь еще Хасок. А вот, и здесь Хасок тоже вот, вот эти вот линии непонятные на лице. Тоже вот так. Ну, то есть остальное вроде, наверное, я все показала. Да, здесь все. Здесь много и девушек. Портретов девушки более-менее посимпатичнее нарисованы, чем парни. Ну, и есть и тоже неплохие. Ну, а есть, конечно, не очень. Ну, короче говоря, будем смотреть. Буду смотреть и что-нибудь, возможно, буду раскрашивать. Так что вот, показала вам новую раскраску. Ну, а сейчас давайте посмотрим в планах, что у меня есть пораскрашивать. Несколько взяла распечаток в PDF-формате иллюстрации. Так, здесь у меня есть две иллюстрации. Вот такие зимние, новогодние. И, кстати,
в декабре буду стараться раскрашивать зимние, новогодние иллюстрации. И если буду брать какие-то портреты, буду стараться раскрашивать именно что-то связанное, чтобы с зимой было. То есть или в теплой одежде какой-то нарисован, например, девушка, там парень, неважно. Вот. Но буду во всяком случае стараться. Вот. Ну вот выберу, может быть, эту какую-нибудь или эту. Обе мне нравятся. Следующая у меня папка. Здесь вот такая вот иллюстрация. Это Трита Берман. В прошлом году, по-моему, такая иллюстрация была. По-моему, она была в бесплатной рассылке. Я уж точно не помню, как я ее распечатывала. Вот такая тоже новогодняя иллюстрация, симпатичная. И здесь у меня вот еще, вот что я имела в виду. Девушка, вот, например, в зимней одежде. Посмотрите, здесь у нее меха. И видно, вот здесь вот на веточках снег лежит. Ну и типа снег идет. Вот. Так. Здесь тоже выбрала вот такую зимнюю иллюстрацию с такой вот девочкой. Ну, такая. Мне кажется, она какая-то грустненькая. Никаких пока идей нету, чтобы ее как-то раскрасить. Так, в цветночной мандале вспомнила, что есть здесь иллюстрация с вот такими вот елочками и снеговиками, которые я в прошлом году начала и забросила. Но в этом году вот попытаюсь ее закончить, чтобы она у меня не была не законченной. Здесь вот всякие подарочки тут, игрушки. Ну, вот такая вот необычная мандала, и тем более мне нужно необычную какую-то мандалу раскрасить по моему годовому челленджу. Ну, конечно же, буду раскрашивать вот такую замечательную раскраску, которая у меня в PDF-формате. 100 таких вот, ну, я ее называю 100 зимних сцен. Тут есть и не только новогодние какие-то иллюстрации, тут есть и просто зимние иллюстрации. Можно будет что-то раскрасить, вот, например, просто зима. Вот. Может быть, какой-то челлендж снимем по этой раскраске, раскрашиваем. Еще не решили. Но иллюстраций здесь очень много, и они очень все красивые, просто обалденные. Так, мифоморфоза. Вспомнила, что здесь есть две иллюстрации зимой. И вот давненько я посматриваю на этот разворот. Ну, как-то, не знаю, осилю ли я его. Довольно-таки такой большой зимний разворот. Очень много снега. Снег пока не очень легко мне дается, но посмотрим. И есть еще вот такая иллюстрация. Здесь, я так понимаю, снежный, наверное, человек. Вот. Есть вот такая иллюстрация. Ну, посмотрим. Так. Следующая раскраска «Прогулка по временам года» Риты Берман. И здесь я вот просто сделала закладку на зимнем, то есть начинается зимний раздел с вот такого разворота. Здесь у меня довольно-таки много уже раскрашено зимних и не только зимних. Вот. И что-нибудь опять раскрашу. Много тут интересных иллюстраций. В прошлом году такой вот разворот раскрашивала. Адвент-календарь типа. Тоже в прошлом году раскрашивала. Ну, то есть можно будет что-нибудь пораскрашивать здесь. Даже вот простенькую взяла. Не знаю, буду раскрашивать или нет, для сильно уставших. Здесь есть вот такая вот девушка. Снежинки нарисованы. Она в теплом джемпере. И, возможно, может, здесь еще что-то есть. Я просто не это, ну, как сказать, вот мне вот это первое попалось. И я сделала закладку. Так, «Хрупкий мир» у меня здесь. Ну, я его отметила как разворотом, но не обязательно, что я буду раскрашивать разворотом. Здесь вот такие вот зверюги. Милые и красивые. И видно, что это зима, конечно же, снег. И ту охота раскрасить. Если вдруг решусь, то раскрашу, может быть, обе. Ну, а может быть, одну какую-то. Посмотрю, может, их объединю как фоном. Ну, как фоном объединю, как в одну. Как сделать, как разворот. Потому что и та нравится. Ну, посмотрим. Пока не буду сейчас загадывать. Но
Хочется пораскрашивать. Так, ну, мой герл, здесь я выбрала девушку. Здесь у нас зима. И девушка вот в теплом пальто, идет снег. И тоже на веточках лежит снег. Такая вот иллюстрация зимняя. Так, взяла также полуночный маскарад. Ну, вроде как маскарад. В моем понимании маскарад – это какой-то там праздник, может быть, новогодний. И, ну, и не только, конечно, но, во всяком случае, что-нибудь здесь возьму, пораскрашиваю. Раз маскарад, что-нибудь можно будет раскрасить. Какую-нибудь иллюстрацию. Вот даже, да, вот как будто бы игрушки висят. Я сейчас вот думаю, здесь вот даже можно на заднем плане как типа елочки какой-то сделать. Просто пока это просто фантазия. А уж как будет получаться, там уже не знаю. Посмотрим, что получится. Так, также взяла книжку Z of Art Мариолы Будок. И здесь у меня есть такая вот девушка с красивой птицей. Девушка сама очень красивая. Здесь у нее меха и головной убор, и тут вот видно воротник меховой, ну, как бы тоже вроде располагает то, что предполагает то, что это зимняя иллюстрация. Ну, и, конечно же, времена года нужно тоже проскрашивать. Ханна Карлсон сделала вот здесь заметку, ну, закладку именно на зимние. Что-то у меня здесь уже раскрашено, что-то нет. Что-нибудь нужно раскрасить. У всех уже вот эта иллюстрация раскрашена. У меня пока нет. Возможно, ее я и раскрашу. А может быть, даже и несколько. Нравится тоже эта иллюстрация. Так, ну и последнее, что миллион новогодних котов. Это, то есть, вся книжка связана с Новым годом, с зимой, с какими-то развлечениями, катаниями на санках, на лыжах и тому подобное. Какие-то празднования. Ну, то, что связано все, что с зимой и с Новым годом. Ну, как я сказала ранее, я возможно, возьму еще и другие раскраски, которые связаны с зимой. У меня есть рождественские чудеса и по-моему, зимняя раскраска-сказка, что-то типа того. И по номерам есть новогодние, ой, зимние. Ну, что-нибудь еще добавлю. Вот взяла кое-что, чтобы вам показать. Ну, то есть декабрь у меня будет для раскрашивания зимних иллюстраций. И именно с Новым годом что-то связано. Ну, возможно, что-то раскрашу, кроме, как говорится, тематических таких иллюстраций. Может быть, захочется даже те же цветочки проскрашить. Я не знаю, что будет в течение месяца. В конце уже месяца посмотрим результаты. Ну, а вам спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.